Последний, ребят, последний. Пошли. Пошли по одному, по одному, по одному, по одному. Поздравляем вас со всем скорым. Вы откроете дистанцию. Заслуженного тренера сборной Российской Федерации Николая Ивановича Пудова. Он 11-кратный чемпион России на дистанции 5-10 тысяч метров. Бронзовый призер чемпионата Европы 1958 года на дистанции 10 тысяч метров. И церемония открытия принимает участие спортивный директор соревнований Сергей Александрович Осипов. Великолепный тренер, который подготовил Российскую Владу, хороших спортсменов, главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории Юрий Трубицын. Сергей Александрович Осипов обращается к участникам 15-го мемориала. Ребят, поздравляю вас с открытием 15-го кросса памяти заслуженного тренера СССР Николая Ивановича Пудова. Ну и удачи вам. Внимание участников соревнований. Я рад приветствовать вас на земле Митина. Сегодня видите новые поляны, новые трассы. Все уже успели увидеть. Хочу вам пожелать хороших результатов, успешного бега, чтобы не было травм. Удачи вам всем, дорогие. Соревнования объявляю открытыми. Участников соревнований не красиво. Так что, ребята, ваше все в руках, ваша воля. Зачем? У всех есть... Миша... Проверьте все! 20 человек! Хронометры! Ура! Это молодежь. Чувствую сразу. Че, в Пекин решил не ездить? Ну его нафиг, да? Здесь интересно. Свои соревнования хорошие. 2:23. Че, на ветеранов не приходил? Так не сказали же. Если бы я знал, подошел бы. 11-го я не видал, масляного и нет. Календарь что не читаешь? Нету календаря у меня. Не... Ну, в интернете. Интернета у меня нет. В чем дело? Был бы интернет, другое дело. Меня приятель, папа, мама, я спортивная семья, айхим спорвал. Хорошо, хорошо. 2:25, круг, держись. Давай, давай, вот можно этого догнать, белого, он бежит. Последний низок. Нашел.
Хорошо, молодцы. 2:27 круг, Андрей. Руки расслабляют. 7 кругов осталось. 7 кругов осталось.2:30. Дыши, дыши, Андрюха, руки свободнее. Догоняй, Андрюха, догоняй. Тихонечку. А где будет самый красивый? Варнос подтянулся. Треть осталось. Там еще кто-то. Да. Здесь 58. Почаще ногами, почаще, легче будет. Номер 9, 1 и 20. Ну, на второй позиции, да. Минусу, да, я понимаю, это... 5 осталось. Кто шестерку ведет? Артем, не лезь, сиди за ними пока, не лезь сюда. Хорошо, хорошо, Артем. Потерял номер. Держимся, держимся, Андрей! Кружочка
Да. Первые три круга осталось. Долго-долго. Да. Ой, здорово. Сейчас будет. Сейчас гонг будет. Эх, Андрюха! 14 номер сошел! Последний круг, ребят. Давай. Последний.
Все. Вот так вот, на фоне, да можно? 13-й финиш. Получи приз. На, ему тоже. Да. Жень, ну что ты? Ты потерпеть надо, что понять? Заяц. Молодец. Заяц. Нормально время. Всю дистанцию это уникальный вариант. До последнего круга он лидировал, и Владимир Николаевич Трубочкин поздравляет спортсмена и вручает ему бронзовую медаль. Владимир Николаевич Трубочкин, заместитель председателя Федерации легкой атлетики города Москвы, спортивный судья, почетный спортивный судья Советского Союза. Второе место занял мастер спорта международного класса из спортивного клуба «Лучи» Андрей Парнозов, который совсем недавно, в общем-то, был победителем этих соревнований. Сейчас он пробежал на 24 минуты 33 секунды и показал второе время. Ну а лидер и лидер отечественного сезона Илдар Миншин, заслуженный мастер спорта, последний круг настолько быстро бежался, наверное, ему бы позавидовал и Усейн Болт. 24 минуты 32 секунды. Поздравляем! Спасибо вам, ребята. Вы украсили наше соревнование. И, дорогие друзья, сейчас... Андрюш, второй. Вот так, встаньте. Сейчас будут вручены специальные подарки. Так, фамилия. Что, в общем-то, три денежные премии 15-ти сильнейшим, лучшим. 15-е место с результатом 29 минут 49 секунд занял Алексей Ерошкин, мастер спорта из Центрального спортивного клуба армии. Он не хочет... Так, туда приходите все. Ребята, он не хочет, наверное, получать награды. Все утяжки проверьте, пожалуйста. Ребята, наверное, пятый-шестой раз приглашаем вас построиться. Всегда это было очень организованно. Сейчас вы никак не можете. Стоп.
Ребят, на лазерка. По местам занять. А фамилии не будете, они вот. Давай, давай, дай я застрелять. Слушай, послушай, жрицы. Кто за кем бежал? Вам же сказали, кто как сфинишировал. Все вышли. Лопнуть чуть-чуть. Андрей Герошкин, это спортсмен, который показал 15-й результат. Пожалуйста, подходите. Андрей Герошкин, ну вот видите. Поздравляем вас! Сергей Александрович вручает награды и поздравляет главный судья соревнований спортивный судья Станислав Кисигуру Юрий Трубицын, бессменный главный судья этих соревнований. 14-й результат показал Дмитрий Тунгусков. 8-летники Семен Скуканов, заслуженного тренера России. Результат спортсмена 28 минут 46 секунд с результатом 28-34. 13 место занял воспитанник Сергея Александровича Осипова Никита Романов. 12-м финишировал Александр Мащенко. Москва. Тренер Камышин, 28 минут 22 секунды. На 11 месте завершил соревнование Александр Еремеев, Динамо. Анатолий Еремеев, отец, тренирует этого спортсмена, 27-49. Замкнул десятку Сергей Гришак, тренер майора, 27 минут 11 секунд. Девятым стал Артем Лобач, кандидат мастера спорта из Санкт-Петербурга, гость наших соревнований. 26 минут 12 секунд. Восьмой. Еще один воспитанник спортивного клуба, луч мастер спорта Пискарев. Дмитрий Пискарев, воспитанник Олега Сафронова, 25-56. Олег Сафронов, тренер этого спортсмена. Чемпион, извините, пожалуйста, мастер спорта Советского Союза. Такие редко встречаются сейчас. Седьмое место. Денис Головин, мастер спорта из Иваново. Тренер Зимудинов. 25 минут 44 секунды. Ровно 25 минут потребовалось Артему Кутыреву, который стал шестым. Мастер спорта из Владимирского «Динамо». На пятой позиции в итоговом протоколе Артем Оплашкин. В прошлом году он был третьим. Мастер спорта из ЦСКА. Тренер Сергей Александрович Осипов. 24-51 результат этого спортсмена. На четвертом месте Андрей Русаков, мастер спорта из Центра спортивной подготовки Полесской атлетики, тренер, заслуженного тренера Российской Федерации Юрия Семеновича Куканова, 24-43 и тройка призеров. Алексей Гущин, мастер спорта, Центральный спортивный клуб армии, тренеры Петров, Изюмова и Трубецкой, 24-35. Второй Андрей Парносов, который всю дистанцию держался где-то на 5, 6, 7 позиции, но опытный спортсмен, мастер спорта международного класса, знает, что нужно делать и как нужно делать победу, ну в данном случае серебро. 24-33 и результат победителя. 24 минуты 32 секунды у воспитанника заслуженного тренера России Телятникова Илдара Миншина, заслуженного мастера спорта, представляющего школу высшего спортивного мастерства. Большое вам спасибо, дорогие друзья. И Сергей Александрович, пожалуйста, ребята хотят услышать от вас несколько каких-то, может быть, напутственных слов. Ребят, поздравляю вас с достижениями, которые сегодня показали. Ну и желаю вам удачи и хороших результатов.
выступать, скажем, в разных случаях. Спасибо большое, большое ребята. Вам спасибо. Ждем вас в следующем году. Мемориал продолжается. 15-й мемориал памяти великолепного человека Николая Ивановича Федорова завершился. Спасибо вам. Около фотографии. Двух сторон. Двух сторон. Двух сторон. Поближе сюда, ребят. Двух сторон. Ребят, там стол накрыт вам. Там жопа, как можно. Не стесняйтесь, ставите, ставите. Двух сторон, поближе сюда. Чуть-чуть. Можно присесть, можно так. Сгруппироваться. Можно присесть даже, чтобы люди были федерации. Благо. Пожалуйста, пожалуйста, присядьте, присядьте сбоку. Хорошо.